Две беременности подряд привели меня к тому, что у меня очень страшно стали падать волосы. Ужасно страшно стали падать волосы кучками, охапками. Я не знаю, как это назвать. Сейчас они перестали падать. Стали, видите, он стал появляться, этот пушочек такой. И стало много, вот это как подшерсток. Вот. Стали очень часто встречаться с Ольгой. Вот. И окрашивать волосы. Покажу вам вот свою седину, но это уже 41 годик, поэтому вот, к сожалению, вот такой вот есть и как бы возраст, возраст. Вот. Что делаю? Пропиваю витамины. Это наш бьюти-комплекс, который содержит максимально сбалансированный состав витаминов, минералов, полезных веществ, которые помогают укреплять, питать, обновлять и придает ну, такую вот хорошую скорость роста нашим кератиновым структурам волос и ногтей. Вот. Один раз в день один вот такой вот пакетик. Здоровые волосы, крепкие ногти. Что еще нужно, чтобы быть красивой, замечательной?